Чувашии по-прежнему сбывают фальшивые деньги. В Канаше и Новочебоксарске полицейские задержали двоих подозреваемых. Они расплачивались фальшивками в магазинах. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы МВД. В течение дня фальшивые купюры были обнаружены сразу в нескольких торговых точках Канаша. Стало ясно, что в городе кто-то целенаправленно сбивает подделки. Эта информация была передана всем наружным нарядам полиции. Также были ориентированы и работники магазинов. В результате через некоторое время была задержана гражданка одной из близлежащих областей 72-го года рождения при попытке сбыта 5000-й денежной купюры. При осмотре вещей и автомобиля подозреваемые были обнаружены еще 28 купюр с признаками подделки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина, подозреваемый в сбытии фальшивых денег, был задержан и в Новочебоксарске. В ходе осмотра вещей, которого было изъято 89 поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей, также в ходе проведения дополнительных мероприятий была установлена его причастность к сбыту одной поддельной денежной купюры в одной из торговых организаций города Новочебоксарска. Экспертиза показала, изъятые у него 90 купюр достоинством 5000 рублей оказались фальшивыми. Сейчас полицейские устанавливают личность мужчины. Если вы располагаете какой-либо информацией о нем, просим обратиться в полицию по телефонам 620591 или 241165.